Так, потихонечку все пари соединяются. Пошли первые приветики. Ну что, всем доброго уже, наверное, дня. Начался понедельник, а понедельник — это новая неделя. Кто-то и не хочет, а я, например, на работу иду с радостью. У меня прикольные тут девчонки подопечные тренируются. Куча времени, чтобы спортом позаниматься, да и вообще. Если не работать, то можно так расслабиться, что будет ахтунг. Так, привет из Челябинска. Картошечка жареная, любишь. Там не только картошечка, там и грибы. Москва, Челяба, Новосибирск. Всем привет. Давайте, пишите что-нибудь интересное, а я буду это либо комментировать, либо стараться отвечать. Так, Караганда, Тверь. Так, Саша, какую машину купил? Audi. Так, буду ли размножаться? Не буду. Люберцы, Махачкала, Москва. О, знаю ли Ираклия Тупурию? Конечно, знаю. И Ику, и Гогу. Им огромный привет. И это два братана грузинских, крепких, очень дружных. И вся семья у них очень-очень классная. Так, люблю ли футбол? Если не ставлю ставки, то, в общем, нет. Когда в Москву, не знаю, но мы в Таллин едем 16-17. Алма-Ате, привет. Новосибирск, в планах нету, чтобы нам там делать. Если только парай дура нас кто-нибудь не позовет. Ну и то, мы так далеко не катаемся. Санкт-Петербург, Москва. Так, Нижний Новгород. Люберцы еще раз. Так, что рассказать в своем образе? Это слишком будет долго, либо слишком будет коротко, непонятно. У меня хорошая энергетика. И это спасибо. Да, есть такое. На самом деле, все равно через микрофон и эту маленькую камеру, в которую все время смотришь, ни хрена непонятно. При живом общении все гораздо интереснее. Так, Самара. Самара, привет. Краснодар. Байкал, ты на бодряке? Да я всегда на бодряке. С утра просыпаюсь, сразу начинаю танцевать. Мася говорит, как так можно, господи? Кончай мелькать перед глазами. Так, привет Омску. Передал. Бельгия. Оу, Бельгия. Бельгия — это прикольно. А Бельгия я знаю только Эркюля Пуаро. А нет, почему? Я еще знаю утку по-бельгийски с апельсинами. Она такая, как желешка. Во. Так, что за машина? Машинка у нас Audi. Добро пожаловать в Дагестан. Может быть, в следующем году. Очень хотелось бы, на самом деле, заехать на Кавказ. С Масей у нас детей нету. Про Ираклию Тупури вы уже спрашивали. Я отвечал, смотрите в начале трансляции. Тату на глазах я не буду убирать полностью. Я делаю всего лишь коррекцию для создания новой татуировки. Сколько жмешь, жму мало. Последний раз, пожалуйста, 50, и что-то на этом все. В ножке вся сила, видимо, ушла. Глючит, но тут я уже вам ничего не поделаю. Такая у нас. Такой 21 век. Так. У Кокляева была фраза, что. Какая у него была фраза? Наверное, вы имеете в виду, что я потом и попу удалю. Но это Миша сказал. От меня, я думаю, вы такого не слышали. Так, ты натурал? Да. Саша, ты согласишься провести свадьбу в качестве тамады? На самом деле, по всем деловым предложениям лучше пишите мои масяськи. Вот. А так. Все рассматривается в личном порядке, либо пишите лучше в директ. Так, привет из Наро-Фоминска. Привет огромный. Какой объем руки? Не знаю. 47, может быть, 46,5. Так. Кауга, привет. Поживаю я. Хорошо. Люди не пугаются, но в зависимости от того, какая у них психика. Зачем крашу ногти? Зачем же красят ногти и все остальные? Так, Миша сказал, что это было обещание, но так с Мишей спрашивайте, что же вы с меня спрашиваете, да? А, никогда не видели меня без хвостика, но если я буду без хвостика, волосы будут летать в разные стороны, на нем я легонький и пушистый. Я все-таки не кореец. Зачем крашу глаза? Это не накрашенные глаза, где вы такое видели. Так. Показать маникюр, что с глазами, татуировка, да, татуировка. Влияет ли гений на печень? Печень — это всеобщий разрушитель. Чтобы в ваш организм не приходил, его разрушает печень. Гейнер — это смесь белково-углеводная, сильно ничем не отличается от курицы с картошкой. Собственно, так. Ногти красят только женщина, а вы мужчина. Ногти красят только женщины, потому что это кем-то когда-то заведено. А еще когда-то было заведено, что женщины не могут ходить вместе с мужчинами и спать даже в одной комнате. А еще было много чего. Соответственно, если вам нравится жить по старинке, живите. Не надо перевешивать мне свои ярлыки. У Мишка Каляева перископа нету. Сколько ты занимаешься собой? Что это за вопрос? Спортом занимаюсь давно уже, по-моему, 23 года. Так.
Не успеваю. У тебя есть знакомые дагестанцы? У меня есть очень много ребят разных национальностей. Из Кавказа тоже, да. Как относитесь к качеству корпоратива в качестве ведущего? Нормально отношусь, в зависимости, какая это территория России. Дальше Санкт-Петербурга, Москвы мы не едем даже задорого, а все остальное пишите в директ. Так, какая ориентация Гитера? Много ли оставил денег в Доминикане? Денежные вопросы я не обсуждаю. Рост 180, вес 70. Нужен ли мне гейнер? Если обычной еды вам не хватает, у вас нет времени поесть, вам лень готовить с собой, и нет того момента, где можно было спокойно поесть, можно, конечно, взять и гейнер. А так, в общем, на свой цвет и вкус. Не хотите ли переехать в Москву? В Москве денег больше, предложения больше, и пока что мы туда ездим. А там дальше посмотрим, что дальше по этому поводу делать. Делали моя женщина липосакцию? Напишите Масе, у нее есть и директ, и сейчас Инстаграм ее развивается так же активно, как и мой, и, соответственно, она вам все ответит. Есть фильтры в глупых вопросов? Нет, к сожалению, нет. Сделали топ-10 тупых вопросов для Александра Шпака. Они есть на Ютубе, но что-то все стесняются смотреть. Хотя мы, в общем, всех туда посылаем. Саня, что бы такого скушать, чтобы похудеть? Просрочку? На самом деле, нужно просто постоянно кушать в небольших дозировках и испытывать чувство голода. Надо помнить, что если вы чувство голода не испытываете, ваш обмен веществ хреновенький. А если вы его испытываете, нужно просто глушить его правильными продуктами. Вот и все. Так. Крутые у вас видео с Кокляевым. Да, с Мишей всегда выходит все прикольно, потому что он широкой такой большой души человек. С ним всегда интересно, весело и круто. Так, конопля влияет ли на анаболизм? Я не знаю, я не изучал работу конопли на анаболизм. Ну, судя по тому, что она вызывает сильный аппетит. Наверное, это связано со скачком каких-то определенных гормонов. Либо это инсулин, либо это пищеварительные ферменты. То, в общем, должна влиять и, наверное, в сторону улучшения пищеварения. Это получается какая-то пропаганда, что ли. Так, не успел прочитать. Так, жир горит начинает через сколько недель? Жир вообще не горит, жировая клетка начинает уменьшаться, начинает она уменьшаться практически сразу, как только вы начинаете вполне активные действия. То есть должен разгоняться обмен веществ, для этого должно быть правильное питание, физические нагрузки. Собственно, вот так вот. Кого на Ютубе просматриваете? Честно говоря, практически никого. Вот сейчас последние 3 недели, 4 недели активно развиваем Инстаграм, все усилия бросили туда. А мы не занимаемся ни накруткой, ни роботов, ни какой рекламы, ничего. То есть просто живое общение с людьми, и, соответственно, мы так активненько растем. Поэтому времени на что-либо другое практически не хватает. Так, ГРС способен восстановить коленные суставы? Вопрос, какая была травма и насколько уже запущенный вариант. По большому счету, да, ГРС восстанавливает много что. И кожный покров, и суставную ткань. Собственно, вот такой ответ. Похудеть без спорта нельзя, можно похудеть без спорта и замечательно, можно похудеть, будете худенькой, на весах нормально, а в зеркале будет желешка. Так, от груди уже говорил, сколько жму, 150, на этом в общем все. Привет из Белокаменной, что ты делаешь, когда тренируешься, девчонки начинают капризничать? У меня никто не начинает капризничать, потому что я не работаю на клуб, я работаю на себя. И это дает мне огромное преимущество, я в зале могу сделать вам интересную тренировку, а психологически разгрузить, но если мы не хотим заниматься, соответственно, значит, мы не будем заниматься. У меня недостатка в работе, как вы понимаете, нету. Кто по профессии? Финансовый менеджер. Как найти в Инстаграме меня? Александр Шпак, на английском записывайте, вы не пропустите меня, я там точно есть. Сколько стоит персоналка? 2000 рублей. Что по поводу покемонов в церкви скажу, я ничего не скажу, потому что я об этом не знаю. Что Синтолис, скажу, то, что его применяют в профессиональном бодибилдинге и применяют давно, а начали разговаривать об этом почему-то только сейчас. Собственно, вот так. Принимают ли все? Нет, не все. Кто-то хочет докорректировать какие-то свои формы, кто-то в этом видит какую-то эстетику. Собственно, не оспаривая чужие мнения, каждому на свой вкус и цвет. Так, здорово, Санек. Привет. Как можно убрать живот? Ну, для начала надо понять, что за живот. Жировые для отложения, диафрагма ослабленная, есть ли мышцы, что с поясницей, целая куча вопросов. Сколько Ира занимается спортом? Ира занимается давно. Где-то за год до меня она перестала заниматься, потому что ее поясница умерла, у нее сильная протрузия, 3 протрузии. Ну, соответственно, мы сейчас аккуратненько все закачиваем, и Ира занимается последние 2 года очень активно. Так, какой рост и вес? Вес 111, рост 182, собственно, так вот. Что насчет императорского класса? Слышал, да, слышал.
Мы общаемся, он молодец и, собственно, продвигает спорт в массы везде. Это хорошо. Так, не успел прочитать про топ-3. Сори. Так. Да-да-да. Каплевидная жестко доминирует над латеральной. Что делать? Менять постановку. Менять постановку, но здесь тоже очень большая проблема. Если вы поставите носки внутрь, будет сильно изнашиваться коленный сустав. Поэтому никаких больших весов и, соответственно, могут быть и бинтики пригодятся. Если дети нет. Дети не есть. Пскову привет. Как стать успешным, как я? Я не настолько успешен, насколько вы думаете. Успешен — это когда у тебя свой остров, свой реактивный самолет и огромный счет в банке, количество нолей, на котором ты не знаешь. Собственно, так, пока этого нет, можно считать, что я не успешный. Саня не успевает читать, что пишут. Есть такое. Почему нет детей? Потому что у нас другие ценности и радости. Так, вы мужик или женщина? А что вам говорит ваш опыт? Так, живот от пива. Но если живот от пива, то тогда, соответственно, как минимум надо перестать пить пиво. На самом деле, если вы начинаете потреблять за раз не более 400 граммов жидкости и еды, то, в общем-то, приводит к вполне определенным результатам. У меня девочки все принимают маленькие барби-порции, не больше 200 граммов за раз. Александр, вы самый добрый. Ой, не успел прочитать, кто мне это написал. Сори. Так, в приоритете отдых, путешествия. Да, в приоритете отдых, путешествия. Мы отдых любим практически пассивный, то есть мы валяемся на пляже, но обязательно выезжаем смотреть, что есть интересного. Так, Audi лучше Opel? Да, Audi лучше Opel, но BMW мне нравилось в чем-то больше. Хотя на шестерку трудно пожаловаться, она прикольная. Топ-3 твоего совета начинающим тренерам. Грешно советовать тренерам, потому что это люди, которые... Ну, в общем, тренер — это ведь учитель. И когда учитель учит учителя, как-то выходит это некорректно. Поэтому ребятки разберутся сами. Так, Владивосток Forever. И это, да. Когда планируем следующий отпуск? Уже запланировали и уже частично даже его оплатили. Планируем мы его в середине, ближе к концу декабря. И едем мы в Таиланд. Вот. И там будет у нас красивенько и кайфовенько. Какая Audi? Шестерка. Зачем глаза рисую? Не рисую. Это татуировка. Поэтому давайте сменим какие-нибудь другие вопросы. Так. Да, мы едем на Новый год. У нас одна из наших лучших подружек, а у нас много хороших, красивых, умных, замечательных друзей. Она владелец турфирмы и сделала нам путевку. На самом деле мы увидели, что есть даже путевки в Таиланд с середины января по середину, середины декабря по середину января за 22 тысячи рублей. Ой, 22, все, сейчас. Сейчас тут начался шум какой-то непонятный, все что-то кто-то ремонтирует. 130 тысяч рублей на 22 дня. Вот что я хотел сказать. Это реально очень дешево. Это на двоих. Это Таиланд. Так что смотрите, все, кто любит Таиланд, копите деньги. Там будет прикольно. Там у нас будет встреча с подписчиками. Мы будем постоянно заниматься. Маська 3 раза в день, а я 2 раза в день. Так, в Натаске каникулы поедут. Будут ли они? Их, скорее всего, не будет. Это проект Диме Клокова. Вопрос к нему. А мы поедем в Таиланд для себя. Ну, а, разумеется, мы что-то будем снимать для Ютуба и уж точно для Инстаграма. Так, похож на Продиджи. Наверное. Можно ли заниматься сексом перед тренировкой? Потом стимуляция хреновая, потому что, в общем, все, что хотелось, уже сделано, потому что после секса вроде как хочется полежать. Хотя девушкам иногда это придает больше заряд бодрости, они могут вперед идти. Собственно, не знаю. Получится тогда уж целый день заниматься аэробикой дома и не идти в спортзал. Так. Маська у тебя шикарная. Спасибо. Как набрать массу? Как набрать массу? Просто питаться чаще. Просто вопрос, какую вы массу хотите набрать. Так. Южные парни, если не нравится. Не, на самом деле очень много ребят с Кавказа и доброжелательных, и гостеприимство славится на весь мир. И очень много ребят нормальных. Но бадуаваны есть, собственно, всегда и везде. Так что не обращайте внимания. Так, какая машина? Уже говорил. Audi. Как мы познакомились? История нашего знакомства есть на Ютубе, на моем канале. Канал называется Саша Шпак. Он сразу в топе, вы его увидите. Там есть интервью, их 5 частей. Там все о нашей личной жизни. С кем мы жили, с кем мы спали, что мы делали, как мы женились, как мы разводились. Собственно, вот так. Так, накрашены ли у меня глаза? Нет, это татушка. Ты страшный. Так бывает. Сколько лучше кушать в день? Вы мальчик, девочка, сколько весите, какие цели? Вы задаете такой вопрос, примерно, как во сколько входит солнце, только учитывая, что у нас время по поясам, да?
как отношусь к Денчику Борисову? Никак не отношусь, я лично его не знаю. Так. Ты круто, они страшные. Спасибо. Давайте, давайте мне какие-нибудь интересные вопросы, только не из разряда губы, глаза, дети, что-нибудь еще. Чего еще? Татуировку мы делали с Масей. Ну, то есть я делал, а Мася корректировала. Теперь будем раз в выходные это делать. Надеюсь, что в ближайшие 1.5-2 месяца у нас получится уже что-нибудь интересное. Так, кушать парню сколько нужно. Ну, если смотреть, чем вы занимаетесь. Вас интересует масса, вы толстый, худенький. 3-4 раза точно стоит. Так. Саня, тату сводится. Тату сводится. Сейчас есть ремоверы, есть лазеры. Только это в 10 раз дороже, чем делать тату. Так. Как набрать массу при 69, как и при любом другом. Вес набирается правильным питанием. Кушайте картошку с курочкой, кушайте гречневую кашку. Короче, питайтесь почаще. Так. Можно ли пить желатин в сухом виде? В небольшом количестве, в капсулах, конечно, его даже так и пьют, а в большом виде, не знаю, не будет ли у вас запора. Так. Как быстро похудеть парню? Все просто. Начать активно бегать. И 3 раза в день питаться. Утро, день, вечер. Собственно, как все в армии происходит. Все шикарно и быстро худеют. Так. Видео у меня в Инстаграме. Конечно, Инстаграм сейчас у нас развивается по полной программе. Хорошего тату-мастера в Петербурге. Ребят, подписывайтесь на мой Инстаграм. Там, по-моему, буквально 3 публикации назад... Есть ссылка на моего хорошего друга Кирилл Татай. Он был президентом гильдии татуировщиков России на протяжении почти 10 лет. Сейчас он такой больше в аскезе. И, соответственно, единственный вариант его найти, по-моему, только ВКонтакте. Там вся ссылочка на него есть. Служил ли я? Можно сказать и так. После института были сборы 1.5 месяца. Нравится ли тебе Наталья Кузнецова как женщина? Наташа уже... А, да, я хотел сказать, что она Трухина. Да, Трухина – это ее предыдущая фамилия, сейчас она Кузнецова. Наташа мне нравится как человек. Она просто замечательная. Она очень добрая, интересная, отзывчивая и нереально романтичная девушка. Собственно, вот так. А нравится ли она мне как девушка? Как девушка мне нравится моя Мася. На этом, в общем, все остальные размышления заканчиваются, потому что если мне будут нравиться другие девушки, то точно сбудется вся мечта хейтеров, и Мася мне оторвет что-нибудь. Так. Чита, Доминикана прощай. Доминикана не прощай. Доминикана будет в следующем году. Может быть, мы поедем туда на Мати на день рождения. А в каком институте учился? Какая специализация? Петербургский государственный университет путей сообщения. ПГУПС. Вот. Ты изменил внешность, чтобы стать популярным. Я изменил внешность 10 лет назад. В интернет я вылез 10 месяцев назад. Поэтому либо я тормоз и 9 лет сидел, разрабатывал план, либо ищите другую версию. Так. Не стыдно так выглядеть? Нет. С кем интереснее заниматься, с девушками или с ребятами? С девушками, конечно, интереснее. У девушек всегда амбиций больше. Девушкам легче делать попу и ноги, мне это близко. А парням хотят только качаться, руки, сиськи, жрать, собственно, все интересы. Неинтересно. Что скажу о Стасе Лендойре, что всегда и говорю. Стас очень интересный человек, Стас очень умный человек, и у него очень много практических знаний. Мы с ним общались всего 1 раз, в личный, поэтому я могу сказать о том, что реально Стас прикольный. Так, растягиваешься ли ты после или до тренировки? Нет, я вообще не гнусь, я не растягиваюсь, соответственно, это больше приводит к травмам с той забитости, которая у меня есть. Махачкале, привет, Калифорния, огромный привет. Извините, что не успеваю читать все сообщения, потому что пока болтаю об одном, а о другом не успеваю. Так, тату на глазах, когда с виду буду делать, как фотки на свадьбе? Нет, он будет такой, более нежный, что ли, более маленький, не такой сильно размашистый. Хотел изначально, да, делать большой, но Мася меня переубедила. Так, Алекс, внешность как понять? Внешность можно даже не принимать, а можно и не понимать. Она же для меня... А всем остальным как-то должно быть, не знаю. Это долгий разговор, так сразу не получится рассказать. Так, машина уже говорю, Audi, зубки здесь. А глазки не накрашены, татуировка. Правильно, что предел, сейчас норм, по-моему. Сейчас это не до формы для создания новой формы. Между подходами можно растягивать ноги? Если вы приседаете или становую делаете, начинаете растяжку включать между подходами, ну это...
портит некую определенную геометрию. То есть организм привыкает работать в определенных углах, а вы эти углы растягиваете. Так можно с большей вероятностью получить травму. Поэтому уж либо после тогда уж растягиваться, если вам это нужно, но уж точно не между. Пью я алкоголь? Пью. Пью хорошее вино, пьем хорошее шампанское. Саша, при ВСД гипертонии можно оценить. Так, не очень понял вопрос. Каким увидеть себя через 10 лет? Таким же, только круче. Где найти меня в четверг? Там же, где в среду и вторник. Дивинская, 4. Ты фитнес-тренер? Да. Так. У тебя личный канал есть на ютубе? Да. Называется Саша Шпак. Можно даже написать на русском, и вы сразу увидите его в топе. Кушаешь ли ты сладкое? Кушаю. Так. Санек, здорово. Голос приятный. Народ дикий. В кросслифтинге чем не участвуешь? Я вообще не участвую в никаких соревнованиях, потому что я не люблю петушиные бои. Я тренируюсь в удовольствие, потому что я люблю спорт, я не готовлюсь к какой-то дате. Я просто люблю тягать железки и тренироваться. Собственно, лучшая победа – это победа над собой. Так, что зависит, в каком ты месте? У меня тут личный паркинг, потому что на Дивинской не припарковаться, а у меня тут хорошая парковочка. Тут я, собственно, и сижу. Так. Что у тебя с губами? Интересно, вы каждому афроамериканцу задаете вопрос, что у тебя с губами? Блин, парень, что у тебя с губами? Ищите в паблике. Так, что такое? Санкт-Петербург, живем тут. Максимум я уже давно не жму, хотя нет, на прошлой тренировке как раз и проходил, было 150. Собственно, вот так вот. Какие увлечения помимо тренировок? Какие увлечения? Их море. Как минимум путешествовать, знакомиться с интересными людьми, участвовать в разных интересных событиях. Собственно, вот так. Коллекция алкоголя. Ты не афроамериканец? Я не афроамериканец, но это не мешает мне иметь такие же губы. В общем, и все. Вроде адекватно, а за наркоту поймали. Когда вы что-то где-то слышите, пытайтесь не позориться, писать то, о чем вы совершенно не уверены. Смотрите, ищите. С наркотой поймали не меня, а объединили в ролик трех разных людей. Так как потом я судился с этим телеканалом, а это был ВГТРК Россия, то получилось вполне определенным образом. Так они и ответили. Да, мы сказали про наркоту. Но там же было три участника. Вас же задержали анаболическими стероидами в подозрении в продаже. А остальное касалось не вас. Ну а то, что народ как-то так понимает, это никому не отсудить, и по этому поводу ничего не получится. Собственно, вот так вот. Так, штраф большой был? Штраф был 50 тысяч рублей. А то, что могут помочь с уважением к вашему бизнесу, руководитель проекта, в каком состоянии? А, что это еще? Еще кожу пересади, как Джексон, только черную. Вы свои сексуальные пристрастия оставьте афроамериканским парням. Мне с моей кожей шикарная татуировка, на них смотрится шикарно. Так, приехать сфоткаться, есть настроение? Приехать ко мне сфоткаться, приезжает куча разных людей с разных регионов России, не только с России, и всегда есть минутка выйти сфоткаться с хорошими людьми. Тем более, раз вам интересна моя деятельность. Собственно, вот так вот. Как накачать попу без квадрисепса? Лайв-журнал для девушек, он тоже на ютубе, смотрите, там 5 или 6 частей, там все очень четко показано, какие нужно использовать углы, как правильно делать те же самые обычные упражнения, как приседания и становую тягу, но чтобы не было перегрузки квадрисепса, чтобы росла больше попа. Пьет ли Михаил Кокляев? Я не знаю. Так, руки нарощенные? Нарощенные. Бассейн это кардио? У Майкла Фелпса, чемпиона мира по плаванию, это кардио, а может быть даже и силовая. Но то, что я вижу в бассейне, это называется... Я даже не могу в эфире вам такое сказать, чем это называется. Поэтому если вы в бассейне потеете и пашете, тогда это кардио. Если вы плаваете как кусочек чего-то нетонущего, то, в общем, это релакс. Так, с Пскова приедете. Приезжайте, пишите заранее в директ мне в Перископе. Соответственно, я буду говорить, когда я, потому что из зала я отъезжаю, событий и встреч очень много. Так, Саша, привет с Алтая. И Алтаю тоже огромный привет. Так, целоваться с такими куками удобно. Не то, что удобно, а очень круто. То есть первые два года, когда я сделал куки, я просто балдел от того, какие ощущения. Я их сейчас оценил, но уже я к ним, конечно же, привык. Так, сплю ли с мальчиками? Нет, не мечтайте, денег сразу не предлагайте тоже. Так, привет с Хабаровска. Хабаровску тоже. Татухи на глазах я не выводил. Я убирал лишние ненужные мне контура для новой татуировки. Машина с коробкой, автомат, но я обычно в ручном режиме. Как относишься к стероидам? Нормально я отношусь. Вопрос не в том, как я к ним отношусь, а какие от этого бывают последствия и зачем вы это собираетесь делать.
По поводу фоткаться, мальчики, девочки, все приезжайте. Адрес, он уже давно написан. Я даже уже не знаю, у меня, кстати, по-моему, написан даже везде. Дивинская, 4. Так, спасибо за большое количество информации на Ютубе. Всегда, пожалуйста, рад, что смотрите. 5 лет тренируюсь натурально, прогресс стал очень незаметен, хочу курсить. Это не моя проблема, ребят, по поводу анаболических стероидов я не консультирую. Ни бесплатно, ни за бабки. Просто если что-то считаю, что раз они заплатили бабки за консультацию, можно задавать мне все вопросы. Все равно вопросы не отвечаю. Есть ли у тебя человек, на которого ты равняешься? Нет, я живу в удовольствии, живу по своему пониманию и разумению. Иногда ошибаюсь, иногда не прав, но на то я и человек. Пью сейчас аминокислоты, ведь они лучше, чем стероиды. Таким же успехом можно было сказать, я пью сейчас аминокислоты, это же лучше, чем грызть асфальт. Аминокислоты – это протеины, а анаболические стероиды – это анаболические стероиды, это гормоны. Саша, расскажи плюс кулаков. Не знаю, мне нравится, как они выглядят, с ними интересно целоваться, интересные ощущения во рту. И самое главное, что любой фрукт можно грызть так, чтобы он не брызгал. Сейчас занимаешься продажей стероидов? Ой, хорошо, что я людей не оскорбляю. Я в шоке. Ладно, проехали. Общаешься ли с кем-нибудь из-за рубежа? Есть ли интересные личности? Общаюсь с многими ребятами, в основном это доминиканцы. Почему? Потому что я практикую испанский, и чтобы его не забыть. Хотя последний что-то месяц почти на испанском не пишу. Так. Суперпозитивный человек, спасибо. Точняк про фрукты. Да, у девушек кулаки смотрятся вообще очень круто, но очень мало кто это делает. Но, наверное, и хорошо, потому что для меня это фетиш, мне было бы так гораздо тяжелее жить. Так, сколько отдал за татухи? Денежные вопросы, как анаболические стероиды, я не обсуждаю. Чем зарабатываю на жизнь? Я очень хороший тренер и человек, этого достаточно, чтобы заработать на жизнь. Как отношусь к кавказцам? Прекрасно, у меня очень много ребят с разных регионов Кавказа, от и до. Так... Почему у меня такие губы? Нравятся. Домашние же животные за или против? Очень сильно за, но они как дети. Им нужно очень много внимания. А я уже в своей жизни набрал столько ответственности, что больше не хочу. Поэтому ни детей, ни животных у нас нету. Тренер по фитнесу? Да. Где сделал такие куки? Своего друга-дантиста. Соответственно, есть хороший дантист, он всегда будет знать, как вам такое сделать. Ассаламу алейкум. Спасибо огромное и вам тоже. Что, на полдник? Честно говоря, на полдник еще ничего не было, потому что я болтаю с вами, и перископ это тоже такая ситуация, что порой хочется в него выйти, а нету связи. А иногда не особо... Короче, был выбор, поболтать с вами или пойти кушать. Пошел с вами болтать. Почему, когда сведу всю татуировку с глаз, никогда. Будет скоро новая, большая и красивая. Так. Ты красава, салам. Где жена? Маська у меня на работе. До вечера. С утра она занималась целый час у меня. Было минут 35-40, наверное, тренировки, 20 аэробики. А вечером будет 20 тренировки и минут 50-60 аэробики. Собственно, вот так вот. Так. По человеку видно, что хорошая внешность, не вам судить. Чувак классный. Спасибо. Приезжай на Алтай Куб, Самсон. Но если мы вдруг будем... На самом деле, когда мы куда-то едем, мы всегда анонсируем, что мы едем. Пока что мы едем в ближайшее время в Таллин. Собственно, вот так вот. Сам из Москвы? Нет, из СПБ. Ты против детей? Кто вам такое сказал? Я за детей. Просто я не готов к такой ответственности, не хочу такой ответственности. У меня целая другая куча планов, что бы я хотел бы делать, вместо того, чтобы воспитывать детей. Так. Не все успеваю считать. Какой Питер фитнес-клуб, по-вашему, один из лучших? Не могу я вам поставить классификацию, какой из клубов лучше. По причине того, что очень важна атмосфера и, самое главное, важна ваша мотивация. В общем, это, наверное, все. На глазах тату? Да. Привет из Казахстана, Петропавловск. И вам привет. Так, эгоист я? Да, еще какой? Мы с Масей эгоист. Ну так, мы с Масей единое целое, то у нас получается один эгоист на двоих. Так, сколько мне лет? Лет. Лет – это цифра в паспорте, для статистики и пенсионного фонда. А все остальное – насколько вы выглядите, насколько вы себя чувствуете. В общем, собственно, вот так вот. Сколько стоите занятия у меня? Пишите в директ, ребята. Если интересно, там отвечу. Вы были в аквапарке в Питере? Мы в Петербурге не купаемся, не плаваем. У нас есть несколько ресторанов, куда мы ходим. По Кубу мы тоже практически не успеваем ходить, потому что ложимся мы достаточно раненько.
Так, больно бить тату на глазах. Больно. Так, не успел я прочитать, что там сохнет у кого. Сегодня еще немного людей про внешность говорят, это школьники. Нет, не только школьники, у людей есть свое понимание и видение мира. Они привыкли жить стереотипно, потому что все, что не вписывается в их картину, начинает у них вызывать такую реакцию. Как правило, это либо страх, либо агрессия. Это классика психологии. Так. Губы супер, ты очень красивый. Спасибо. Вы похожи на оборотня. Я оборотня не видел, но, наверное, вам виднее. Так, что я с собой сделал? Прокачался. А что так мало сегодня сердечек стоит? Скажи, пожалуйста, говорят, когда работаешь и занимаешься спортом, то тело сохнет. Это так? Смотри, как вы питаетесь, каким спортом вы занимаетесь, как эффективно вы занимаетесь, какая у вас интенсивность тренировки. Да целая куча всего. Приезжай в Дагестан, мы будем рады тебя видеть. Спасибо. Нас уже тоже, друзья, приглашали в Дагестан, и в Северную Осетию, и в Грузию, и в Азербайджан, блин, в Армению. Это нужно делать целый тур, а для этого нужна целая куча времени. В этом-то и проблема. Никого не хочется обидеть. И съездить хочется, потому что реально на Кавказе круто. Все круто. Где брови? Брови уже выжгли. Ждем, когда будет новая татуировочка. Так. У меня не тень, а татуировка. Где можно посмотреть фотки, каким ты был до операций. У меня в Инстаграме. Там уже что-то под 700 комментариев. Очень удачно зашла фоточка. Как реагируют на улице? На какой? В российской? Не знаю. В российской улице реагирует. Да я на улицах мало появляюсь. Как? Нормально реагирует. Оборачиваются, фоткают. Так. Добавь, друзья, пожалуйста. Этим занимается у меня Маська. Вечером, когда мы поедем в пробочки, мы постараемся всех, кто кинул заявки в ВК, добавить, пока он еще есть место, куда добавлять. Так, в Грозный тоже приезжайте. Спасибо. В Чечню нас тоже ребята приглашали. Ну, я говорю, если будет у нас тур по Кавказу, мы обязательно поедем, потому что есть очень много ребят, кто хотел бы нас там видеть. Вот. В Инстаграме очень мало фоток до. Почему? Как минимум парочка есть. Так что смотрите. А больше у меня на самом деле них нет. Вы что думаете, если бы у меня было больше фотографий, я их не выставил? Конечно, выставил бы. Привет из Челябинска от Эдика и Наины. Спасибо. Детей нет. Не норма общества, но это проблема общества. Как найти в Инстаграме? Александр Шпак. Губы накачал? Нет, губы не накачал. Так, ты монстр, увидел с ним... Притон анаболиков. Почему решил измениться? Эти ответы есть на Ютубе, коротко не отвечу. Так, с Масей выходите в перископ, скучаю по ней. Стараемся, но вечером не всегда есть силы. Вечером мы кушаем, я готовлю есть, мы потом кушаем, потом это так, и уже ничего не охота. Так, вас хотят видеть на Кавказе? Не думаю. Не думаю, это ключевое слово, потому что если сказал, что нас хотят там видеть, значит хотят. А если кто-то не хочет, это уже ваши проблемы. Так. Кем работаешь? Тренером. В Курган приедешь? Для этого должна быть цель. Ты кого видел из звезд? Вы кого считаете звездой? Так. Какое мясо ешь? В основном курицу едим. Как отношусь к сигаретам? Никак, я не курю. Где Мася работает? Мася сеньором-директором работает. А подробно спросите у Маси. Она есть в Инстаграме, так что можно с ней тоже пообщаться. Так. Семинар в Самаре будет. Ребята, у меня нету спонсоров. Я никому не продаюсь. Зарабатываю на жизнь своим трудом. И чтобы кататься даже по России, это крайне дорого. Поэтому, если кто-то хочет нас где-то видеть, надо понять, какая цель этой поездки. А кататься просто так, это не рентабельно, при всем моем уважении. Так, мужик не должен быть таким, как ты, и не должен быть похожим на гейчика. Конечно, мужик должен ходить с волосатыми ногами, вонючими подмышками, желтыми ногтями, в семейных трусах и живот желательно выпить по наружу и материться матом и сигареты курить, так чтобы изо рта воняла помойка. Это нормальный мужик, свой пацан. Так, когда приедешь в Туву, тогда же куда во все остальные места. Как позовут и будет смысл, тогда и поедем. Так, как относишься к алкоголю? Нормально, к хорошему алкоголю отношусь нормально. Главное понимать и уметь пить его правильно и не злоупотреблять этим. Так, Саня, красавчик. Спасибо. Тихий? Нет. Держу ли связь с родителями? Папка занимается в зале 3 раза в неделю. Порой у него даже получается 16 тренировок отходить в месяц. Ему 63 года.
130 он с груди жмет под наклоном головой вниз, а на горизонталке жмет 110, так что я им горжусь, он молодец. С мамой видимся гораздо реже, хотя она живет рядом, потому что времени нету ни на что, но у них своя жизнь, они оба работают, у них все шикарно и хорошо. Так. Так, 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 какой нахрен семинар, он себя накачал всякой херней, зачем ты с собой такое сделал? Так, в финансовом плане ты превосходишь жену? Ну, Мася у меня альтруист, работает за идею. На самом деле ей удобно, мы работаем рядышком, она на Петроградке, есть возможность видеться чаще, делать какие-то дела. Мася на самом деле еще и мой сеньор-директор, она же развивает весь пиар, который есть. Все, кто предстоит с деловыми предложениями, начиная от телерадиоканалов и частных лиц, все проходит через нее. Ну и плюс у Маси очень интересная работа, ну и подруги, которые были еще давно до меня, поэтому Мася работает. Вот, основные деньги, конечно же, зарабатываю я. Мася это мужик. На глупые вопросы трудно отвечать. Если вы нами не интересуетесь, то проходите мимо. А если интересуетесь, то посмотрите и вы найдете ответ. На улице тепло, ветер есть. На улице прохладно, градусов 14, ветер есть. Солнечные какие-то засранцы здесь дрели долбят уже полтора года. Я не понимаю, что можно сверлить полтора года? Голову, что ли? Так. Мася это симпатичная блондинка. Это так. Хотел бы выступить по силовому экстриму. Я вообще не хотел бы нигде выступить. Я и так вон выступаю сейчас в перископе, и мне вполне все устраивает. Так. Показать член? Ужас какой. Зачем вам мой член? Вы не на тот сайт зашли. Члены лайкать и смотреть надо в другом месте. А какую музыку любишь ездить в машине? Под ту, которую поставит Мася. Так, чем зарабатываю на жизнь? Я? Тем, что я хороший человек. Так. У меня нет члена. Я смотрю, еще там кто-то заинтересовался им. Ужас какой. Ладно, как девчонки такое пишут. Так. После 6 кушать можно? Можно, и самое главное, нужно. Все остальное – это бред, который пишут люди с непонятными какими-то целями и образованием. Важно, что вы будете кушать и сколько вы будете кушать. Собственно, вот так вот. Так, ты странный, но это как-то мило. Спасибо. Ты каблук? Нет, я не каблук, но надо уважать человека, с которым ты живешь. Лично мне все равно, под какую музыку ездить. Но я люблю хард-рок-метал. А Мася моя не любит хард-рок-метал, поэтому я могу ездить под руки вверх, а она не может ездить под руки вверх. Никогда не задумывались о таком вопросе, нет? Так, что-то еще было. Передайте привет моей жене. Ребят, мы передаем привет городам, регионам, поэтому при всем уважении простите. Так. Добро видно, а главное, какова душа у человека. Внешность не главное. Согласен, я о том. Александр, это нормально, если исключительно делать тренировки на 3-5 повторов? Теоретически нормально, но все равно нужна градация весов. Если вы все время будете сработать с одним весом, то ваши связки рано или поздно просто перетрудятся, и ничего хорошего из этого не будет. Так, К появятся детки никогда. Зачем накачал губы? Они не накачаны. Она сейчас тебя смотрит. Девушка, которой нужно передать привет, я вам передаю привет. Так. Зачем второй высший получал, все равно тренером работаешь? Потому что на тот момент я не знал, что мне пригодится. И когда мы все молодые, мы все считаем, что образование нам даст работу. Но это не так. Красный лак не надоел? Нет, красный лак не надоел, потому что он надоедает мне в последнюю очередь. Другие мне надоедают гораздо быстрее, и потом приходится с ним мучиться. Почему никогда не будет детей? Потому что у нас другие цели. Если у вас цель дети, мы же ее не осуждаем. Это для вас, а для нас другая. Можно ли увеличить грудь занятиями? Большую грудную мышцу можно увеличить. А, собственно, женская грудь поменяет форму и будет более чем нелицеприятно. Так что накачать грудь тренировками нельзя. Так. Как найти себя? Как найти себя? Возможно, остаться одному на длительный срок, чтобы не было внешних источников в виде радио, телевидения и газет, а минимум общения, и тогда получится разобраться со своей головой. Так. Ты страшный конь. Так, все круто, лак, фигня, сори, ничего страшного, спасибо. Нравится ли дайвинг? Пробовали. Дайвинг нравится, но не пробовали, потому что не очень я люблю погружаться под воду. Короче, не люблю, а сильно замкнутые помещения. Так.
Что у тебя с губами? Дрыщ может накачаться без химии. Вы имеете в виду худенький человек с данными, которые от природы, не очень может ли он накачаться? Конечно, может накачаться без допинга. Вопрос, сколько вы потратите на это времени? Ну и, соответственно, в общем-то, наверное, и все. Так. Детей нет, потому что баба не может подарить яйцеклетку. Баба в деревне, и по себе не судите. Какое любимое блюдо? Не знаю. Фрукты. Я люблю сладкое, я люблю мясо. В общем-то, я практически всеядный. Так. Что у тебя с губами, если девушка? Специально ты меня не читаешь? Наверное, да, специально не читаю. Хотя первый раз сейчас прочитал. Что у вас такое? Занимаетесь сноубордом? Нет. Я на лыжах стою практически с 2 годиков до 15 лет, а потом все забросил и больше не стою. Потому что до этого я жил на Северном полюсе. Можно ли девушкам давать занятия на грудные? Можно давать, но если там стоит силиконовая грудь, то давать нельзя. Чтобы вам не говорили по этому хирурги, грудную мышцу трогать нельзя. Иначе импланты все начнут разбалтываться, карман начнет менять форму, мышца начнет сдвигать и деформировать импланты. Это будет нехорошо. Что скажешь про Гербалайф? Гербалайф, как и любая маркетинговая пирамида, там неплохая вещь за очень большие деньги, потому что это пирамида. Собственно, в общем-то, все. Ничего плохого сказать не могу, а дальше вопрос ваших денег, куда вы хотите их тратить. Что ты делал на Северном полюсе? Папа служил на Северном полюсе, поэтому и мы там были тоже. В течение 10 лет это за Мурманском, за Гаджиево называлось Кувшинская Сама. Так. Приезжай в Мурманскую область, город Кировск, там на горах будешь кататься. Катался. Не любим майский холод. Так, где, кем работаете? Тренером работаю. Куда лучше инвестировать в свой капитал? Не знаю, в недвижимость инвестировать. Хотя она тоже прыгает. Не посоветую. У меня капитала нет. Я живу сегодняшним днем. И больше долгов у меня. Денег-то точно нет. Можно ли подтянуть грудь тренировками? В каком-то виде можно. Немного. Но, по большому счету, кроме подтяжки, ничего уже не подтянет. Так, много друзей не бывает, но хватает. Что тренируете? Все тренирую, в основном попу. Так, Дагестану привет еще раз. Папа военный, ему, наверное, за тебя стыдно. Но вы, опять же, пытаетесь свои вкусы перенести на моего папу, поэтому не надо этого делать. Как накачать попу и убрать живот после родов? Это больше похоже на консультацию, нежели чем на перископ. А смотрите лайв-журнал для девочек. Там, в общем, все написано, что делать, как делать, и даже если нету тренера. Собственно, вот так вот. Макияж нет. Татушка. Так, чтобы что-то ответить, мне нужно прочитать. Стрижку покажете? Какая у меня стрижка? Как всегда, хвостик. Так. Тебя приняли друзья с таким имиджем? Тот другом и не был, кто перестал им быть. Запомнили поговорку? Соответственно, все, кто приняли, остались друзьями. Все, кто нет, нет. Саша, ты в церковь ходишь? Да, не очень регулярно, но мы стараемся это делать каждый месяц. Так, привет из Казахстана уже был, это я помню. Сань, нервы крепкие, шикарные. Сколько стоит набить одну тату? Это к мастеру в разном регионе, все по-разному. Веришь ли в любовь? Абсолютно. На глазах татуировка? Да. Мне надо скинуть 50 килограмм, это реально, да, но если скинуть и быстро, и без тонуса мышечной массы, и даже если с тонусом, то есть вероятность, что кожа повиснет. Так, у тебя жопа силиконовая, жопа, я бы сказал вам, у кого жопа, задайте вопрос культурно, я вам отвечу. Какой идеальный завтрак? Не знаю, для меня лично это овсянка, яичница, а когда мы отдыхаем в отелях, это обычно яйца и фрукты. Как относитесь к бане? Я никак, хотя знаю, что польза от нее и релакс однозначно крутой. Звука нету? Да ладно, звук шикарный. Губы не свои, губы свои. Так, девушка ушла полгода назад, что делать? Расслабиться, получить удовольствие, заняться своими финансовыми делами, своим умственным и финансовым потенциалом, соответственно, не знаю, своим телом. И, соответственно, все, что нужно, к вам придет очень скоро. Так... Из Петропавловска. Привет. У вас есть девушка? У меня есть жена. Так что смотрите. Она есть в Инстаграме, все увидите. От алкоголя польза или вред? Неправильный вопрос. Если вы имеете в виду культурное потребление алкоголя, то я бы сказал больше пользы. Если вы имеете в виду бухать, то, конечно же, вред.
Зачем такая внешность? А мне нравится. Вы женаты? Да. У Маски много татуировок? У Маски нет татуировок, у Маски только перманент. Где ты делал зубы? Это Эстедент, это делал мой друг Игорь, владелец клиники УГО проспекта Декабристов и Английского проспекта. Так, Саня, выхожу, жду вечер, вечера поездить. Да, вечером обязательно будет, я думаю, что-то в районе, наверное, 9 часов. Постараемся. Так, на что бы ты потратил много денег, если бы выиграл, например? Даже думать не буду, потому что пока если бы не наступило. Так, на Ютубе всем смотреть. Саша Шпак, спасибо. Сколько СОБРу отдал, чтобы не посадили? Там не было СОБРа. Какие лет ты занимаешься металлом с 13? Брови где? Брови я удалю, чтобы нарисовать новенькие. Соответственно, ждем, пока краска совсем пооблекнет, чтобы сделать новую тогда. Собственно, вот так вот. Так, ну все, 2 минутки, заканчивайте с вопросами, и я пойду кушать и уже тренировать. Линзы? Нет, это мои глаза. А любишь играть в видеоигры? Нет, у меня нет времени даже вообще ни на что. И я стараюсь быть независимым ни от телевизора, ни от чего. Вот от вас стал зависимым, видите, телефоном пользуюсь. Так, есть пирсинг? Уже нет. Так, сколько же тут невоспитанных людей? Это так, скажите мне, во сколько тебя сбил грузовик? Хороший вопрос. Это пишет человек, которого тоже сбил грузовик, да? Как СОБРа не было в Ютубе видео? Там был спецназ, но не СОБР. Так, какая все-таки ориентация? Нормальная у меня ориентация. Сколько вы весите? 111. Где был пирсинг? Пирсинг был там. Теперь нет. Все, мальчики, девочки, всем до следующих встреч. Всем хорошего дня. Вечером, все, кто подписан в Инстаграме, будет вечер поэзии. Ну, собственно, вот, старые фотки там тоже все есть. Всем привет, всем пока и до новых встреч. Душ. Теперь борьба с телефоном. Нахрен вы сделали кнопочку остановить трансляцию, если она не работает? Та-да-да-да-дан. Та-да.